Новий 2014 по усходньому календару лічиться годом сіняга драўлянага коня. Як до гэтай жывёлы ставяцца ў Беларусі і якія асацыяцыі звязваюць, даведалася Таціана Калакольцева. Почему ты любишь лошадок? Просто они хорошие. Стаж зносин Палинки с коньми, амаль все трехгодовое життё. С трех месяцев батьки почали брать ее на станю, что ля вёски Тельмы 2. Да и сами Ксения и Игорь Пясецкий сустрелись тут же. На конюшне, как многие, были вместе, катались вместе, так и познакомились. Ходили на тренировки, возвращались с тренировок, общались, ну и все. И остались. Конь грациозная, пригожая и незвычайно разумная живёла. Кажуть, что на земле ему ровных нема. Менавіта так и лічить у клубе по верховой езде казаки. Вообще, я полюбила лошадей 6 лет. И получилось так, что мы случайно заехали на конюшню. Я видела красивую рыжую лошадь, обняла ее и уже от нее никуда не отходила. Вот тебе холодно и на душе, например, ты подойдешь, обнимешь ее, и она тебя согревает как-то и морально, и душевно, извините. И, ну просто нельзя описать, почему ты любишь лошадь. Вот залегло в душу и все, и не выходит. Дзяўчынкі-школьніцы навучыліся ўжо шматлікім практыкаваннем верхавой язды, а вось Палінка пакуль што пра гэта толькі марыць. Когда я везу, я буду питаться выбегать. Сюда. А потом туда выскочу, иду сніматься. А пакуль праз перашкоды скакаць вырашаецца толькі на драўляным кані, але дзяўчынка ўжо ведае, коні самыя добрыя і дзіўныя жывёлы. Лошади – это сильные, целеустремленные животные, добрые, настойчивые. Поэтому я думаю, что год должен быть такой настойчивый для успеха. То есть они должны придать силу, энергию людям, чтобы воплотить свои желания, не бояться ничего, только вперед, 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 несмотря ни на что. Никогда не оборачиваться, только вперед. Татьяна Колокольцева, Александр Крывецкий, областные новины, Брест.